Сегодня в этом социально-реабилитационном центре находятся 27 детей. Они разного возраста, и у каждого своя история пребывания здесь. Это мальчики и девочки из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Случается так, что родители уезжают в длительную командировку или одинокая мама ложится в больницу. В этом случае на помощь приходит государственное учреждение. Здесь стараются сделать все, чтобы пребывание в центре было не только комфортным, но и полезным. В этот день глава Анапы приехал не с пустыми руками. На стадион ходите? Да! Мяч гонять будете? Да! Вот вам мячики. Полина, тебе лично. Вот так. Ну разделите тут, значит. Держите, ребята. Помимо футбольных мячей, ребята получили в подарок настольные игры, книги и раскраски. Вместе с директором центра и начальником управления социальной защиты населения Юрий Поляков осмотрел приемное отделение, столовую и пищеблок, актовый зал, прачечную, кабинеты медработника и педагогов, которые занимаются с детьми. Увиденным остался доволен. Работа налажена, в центре чистота и порядок. У нас есть общая задача – помогать нашим детям, поэтому независимо ни от чего мы будем помогать. В начале осени здесь начнется капитальный ремонт. На это время дети будут размещены в других учреждениях. Но уже до конца года они вновь вернутся в обновленный, еще более комфортный центр. Сергей Корабельников, Никита Бойко, Роман Беркареев, Анапа регион.